Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Середина июня. На моем участке цветет ирис сибирский. Появление этого растения на моем участке очень интересно. Дело в том, что я его нашла. Я как-то шла в лес и увидела на пустыре высокую стрелку с двумя яркими цветками. Я не знаю, как там оказался ирис. Возможно, раньше там был чей-то огород. Оставить такое прекрасное растение, прозябать в таких условиях, я не могла. Выдернуть корневище ириса из плотного дерна тоже не сумела. Поэтому выкопала его с большой куртиной дернины и принесла домой. С тех пор это растение поселилось у меня. И в начале каждого лета радует меня вот таким вот обильным цветением. Ирис сибирский, в отличие от бородатого ириса, совсем неприхотлив. Он может расти на слабокислых почвах. У него нет болезней и вредителей. Он морозостойок, не требует укрытия на зиму. После отцветания я все цветочные стрелки удаляю, чтобы они не портили вид куста. У ириса сибирского тонкие листья, которые будут не спадать фонтаном. И эта листва декоративна в течение всего сезона. Очень красиво смотрится сибирский ирис, посаженный у водоема или большой куртиной. На одном месте он может расти 5-6 лет. Потом его следует разделить, иначе цветения не будет. Конечно, цветение вот данного ириса очень скоротечно. Но сейчас есть много различных сортов сибирского ириса. Разных цветов и махровые. Они дольше цветут. Но я, конечно, никогда не откажусь от вот этого своего найденыша. У меня есть планы по приобретению сортовых ирисов, но вот этот навсегда останется в моем саду. Очень он меня радует своим прекрасным и скоротечным цветением. Я очень люблю ирисы и надеюсь, что моя любовь передастся и вам. На сегодня на этом все. До свидания и до скорых встреч. А вот здесь у меня расцвел, посаженный в прошлом году, ирис сибирский небесно-голубого цвета. Тот у меня фиолетовый, а этот небесно-голубой. Решил порадовать меня цветением уже в первый год. Стрелочек, конечно, немного, но тем не менее показал мне свою красоту. Открывается клематис кайзер, раскрывает свои цветы очень медленно, уже несколько дней. Здесь каким-то чудом перезимовал кусочек прошлогоднего побега. И вот теперь на кайзере три цветка. Когда откроются, сниму поподробнее. Ну и пиончик мой, лимон-шифон. Набирает размер. Размер стал по сравнению с моей рукой явно больше. Показывает всю свою красоту мне.